Кто такая Катя Клэп? Звезда Ютуба или тупая пи***да? Давайте разбираться, ребята. Екатерина Трофимова, 22 года, город Москва. Родилась 19 мая 1993 года. Окончила Московскую общеобразовательную школу номер 1122. Высшее образование отсутствует. Автор и создатель двух каналов на YouTube Foggy Disaster и The Kate Clap, общая аудитория которых составляет 4,5 миллиона подписчиков. В 2014 году получила сразу две золотых кнопки и стала первой в России девушкой, обладателем золотой кнопки и единственным автором в России, у которой сразу две престижные награды. Напомню, золотая кнопка дается за миллион подписчиков на YouTube-канале. В настоящее время канал Foggy Disaster, первый канал Кати и когда-то основной, находится в режиме консервации. 19 мая 2015 года доступ ко всем видео на канале был ограничен, что повлекло за собой отписку некоторого количества подписчиков. Однако, это не сильно повлияло на общую динамику роста канала. 19 июня, после добавления на канал видео-триллера Foggy Disaster, пользователи вновь стали активно подписываться на него. На 27 июня 2015 года статистика канала Foggy Disaster следующая. Подписчиков 1 447 000, просмотров 790 000. До 19 мая 2015 года, когда был закрыт доступ ко всем видео, количество просмотров канала насчитывало 102 миллиона. На втором канале Кати The Kate Clap все намного интересней. В настоящее время данный канал является основной площадкой для публикации творчества Екатерины. Стабильно раз в две недели выходит новое видео из разных категорий, таких как «Веселые пятницы», «Неделя влогов», «Лайкс», «О мой блог» и так далее, где Катя преподносит зрителю свой взгляд на определенные вещи и события, которые произошли в ее жизни, либо являются неотъемлемой частью ее. Статистика канала The Kate Clap на 27 июня 2015 года. Количество подписчиков перевалило за отметку в 3 миллиона человек и с каждым днем прибавляется в среднем на 5 тысяч. Просмотров на канале 293 миллиона. Каждый день канал Кати смотрят около 500 000 раз. Сколько зарабатывает Кейт Клэп? По данным ресурса Social Blade, доход Кати с основного канала The Kate Clap варьируется от 3800 до 60 тысяч долларов в месяц. Доход со второго канала Foggy Disaster варьируется от 185 до 3000 долларов в месяц. Исходя из собственного опыта, ориентироваться надо на минимальное значение данных показателей. Суммарно, доход с двух каналов на YouTube составляет порядка 4000 долларов в месяц, что по курсу доллара на 27 июня 2015 года в 55 рублей за доллар США составляет 220 тысяч российских рублей. Хорошая зарплата по российским меркам. И это доход только с двух каналов на YouTube, не считая аккаунтов в Твиттере и ВКонтакте. Кате поступает множество предложений рекламировать ту или иную продукцию, но она пока отказывается, объясняя это тем, что воспринимает блогерство скорее как хобби, а не работу. Подведем итог. Отличительной особенностью роликов Екатерины является ее доброжелательность, оптимизм, любовь к людям, самоирония и скромность. Но, несмотря на оглушительный успех в столь юные годы, Катя сумела сохранить в себе лучшие черты. В каждое видео она старается вложить определенный смысл, человечность, уважение к старшим, любовь к животным, вопросы самореализации. И поэтому ответ на вопрос, кто такая Катя Клэп, звезда Ютуба или тупая пи***да, однозначен, конечно же, звезда Ютуба. Катя – многогранная, талантливая личность, жаждущая сделать мир немного лучше путем пропаганды хорошего настроения и истинных человеческих ценностей. Именно этим объясняется ее огромная популярность. На этом все. Всем спасибо за внимание. Оценивайте это видео, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!